Знаете, по поводу того, что сейчас в Европе происходит или на Украине. Обычно вот если что-то появляется, такие какие-то течения там набирают, вдруг традиционные там демократы, консерваторы, что-то еще не набирают, да, то есть что-то вдруг теряют традиционное большинство голосов. Это просто означает для любого политика, для любой партии там, что вот население страны чем-то, во-первых, чем-то, возможно, уже чем-то недовольно, уровнем жизни или теми ценностями, которые сейчас как бы вот в обществе там, или еще чем-то, да, то есть чем-то недовольны. То есть поэтому это просто всегда индикатор того, что надо посмотреть вообще, что за люди, вот во Франции, например, да, что они хотят. Что-то, может быть, уже не так с ними происходит, что-то не так. Вот, да. Поэтому, да, они голосуют, там уже какие-то радикальные там партии и так далее, вот, начинают резко вскакивать. Но это просто надо тем, кто уже как бы, надо смотреть просто, надо общаться с людьми. Это просто для них, как, понимаешь, как бы... Для них, как некоторые, индикатор того, что надо. Ну вот. И вообще все по спирали. По спирали. То есть сначала туда, потом все вот здесь. Потом опять куда-то вернется там. Какие-то национальные, какие-то интеграционные там, да, потом дезинтеграционные. То есть это же всегда было. То есть смотри, там тысячелетние эти, да, объединялись, разъединялись, потом на мелкие распадались снова. Может быть, сейчас не сильно что-то изменилось. Вот просто мы думаем, что мы такие цивилизованные, у нас сейчас все так вот везде. А может быть, как-то сама природа человека, она где-то так остается в целом. То есть сначала так вроде, да, люди всегда думают, что что-то всегда может быть лучше, хотят жить лучше. Да? Если вот они живут-живут, и вроде бы как бы не чувствуют такого тренда, что лучше становится. Вот если человек, население, общество, люди живут на тренде, что чувствуют, что сегодня чуть лучше, чем вчера. Все, никогда не будет. Вот, никто никаких новых партий там и так далее. Никто, все будут жить, вот он, вот тренд. Покажи, вот, понимаете, вот Сталин, он показывал, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Понимаешь? И худо, плохо, хорошо, там, критикуйте, но консолидация общества была колоссальная. Понимаете? Вот тренд надо, тренд. Если французы не живут вот чуть лучше, да, и чувствуют, что что-то у них там Евросоюз там буксует, может быть, там перераспределяются бюджетные средства, там, какие-нибудь менее эффективные страны, так сказать, получают, выравнивается уровень жизни за счет более эффективных, там, Германии, Франции, да, то, возможно, и они не видят, что у них лучше. Конечно, у них тогда национализм возникает. Но это вот можно понять, так порассуждать на эту тему, да, примерно где-то такие, эти, они начинают думать, а что мы кормим, что мы там, а те на солнце сидят, трапе пьют, там, это из трубочки, да, смотрят в море, да, а мы тут что, так сказать, ходим Рено собираем, там, да, что мы делаем? Или что-то еще, или немцы те же самые, понимаешь? Ну вот, наверное, ну, понятно, что в этом суть, ну так, большому счету, если так, корень, вот корень проблем это здесь, и поэтому тоже надо, чтобы был тренд. Будет у французов улучшение там, да, что-то, будет экономически, они живут лучше, что-то и так далее, развитие страны в целом еще. Культура будет, понимаешь, это тоже зависит еще часто. Иногда часто вот материальный какой-то компенсируется взрывом какой-то культурных каких-то ценностей, еще что-то. Да. Но сейчас Голливуд, вроде как американцы забрали все, ну, монополию, допустим. Вот. Надо развивать, в том числе кинематограф, я советую вот французским этим всем товарищам нашим, чтобы там их вот на колорит, понимаешь, вот мы же раньше видели этих героев, почему их сейчас нет? Где этот Бельмондо, вот эти все, да? Пьер Ришар, где они все? Куда они делись-то? Понимаешь, эти мегазвезды выращивать, тогда французы будут любить свою страну, тогда у них, понимаешь, будет наполненность жизни, еще что-то. Да? Что сейчас, где? Тоже все ушло там, где-то за океаном снимаем и здесь смотрим. Смотрим Каннские фестивали, там какие-то эти артхаусы, что-то, да, там премии дают вроде бы, раз получили, ага, гномики-чемпионы, мы с этим фильмом. А кто этот фильм знает, твой этот фильм? Ты ходишь вот с этим Оскаром. Ну, фильмы напечатали, в газетах написали что-то и все. Ну и что? А какие-нибудь трансформеры опять посмотрела вся планета, которые не участвовали ни в каких этих, да, Каннских и прочих фестивалях. Никого это их не интересует, эта тема. Они просто, понимаешь, как напалмом всю территорию раз, а эти сидят там, да, что-то гордятся своими этими социальными драмами, там что-то сняли там. Вот. Поэтому я желаю французам процветания, украинцам. Ну вот, и в первую очередь нам, России. Вот. Желаю, чтобы мы чувствовали. Вот. Плохо сейчас критикуют там нулевые годы или что, да. Но мы чувствовали тренд этот. Понимаешь? Мы этот тренд чувствовали. И в этом плане
у нас было все, понимаешь, все чище Москва, все города, все бюджеты, все больше там денег. Таджики все вычистили, все, понимаешь, страна чистая стала, все везде, ландшафтный дизайн, траву посеяли. Красиво стало, все, побеждать начали наши команды, там, футбольные, хоккейные, там, это, зарплата росла. Вот на этом все всегда довольны. Все, тут будет рейтинг президента, правительства будет, так сказать, зашкаливать. Тренд нужен, нужен тренд. Поэтому вот надо об этом думать.